Здравствуйте, вы смотрите программу «Интервью недели». И сегодня с нашим гостем, заместителем директора по науке научно-исследовательского центра ГГУЗИ Виталием Бойковым, мы поговорим о Валентине Машкове. Здравствуйте. Здравствуйте. И первый вопрос у нас такого рода. Какой вклад внес Машков в развитие гагаузоведения и дело сохранения и популяризации гагаузской культуры? Пожалуйста. Ну, хочется начать с того, что гагаузоведение как научная отрасль, она сама по себе молодая еще достаточно. Основателями классического научного гагаузоведения, как сегодня принято говорить, можно считать Петра Ивановича Кёпина, Константина Йозефовича Иричек, и, конечно же, продолжателем их начинаний стал известный нам уже сегодня широко Валентин Александрович Машков. Так. Первые шаги, почему я назвал два этих имени, предшествовавших Машкову, потому что впервые о гагаузах, как об отдельном народе, в документальном, современном документальном формате заговорил именно ученый Кёпин. Он обратил внимание, что гагаузы отличаются от остальных тюркоязычных народов не только по вероисповеданию, но и по их традиционной культуре. И он заявил о том, что гагаузы должны быть исследованы, потому что это не обычный тюркский народ, а народ, который имеет свою специфику в развитии, довольно-таки уникальный. Эту идею поддержал и Константин Иричек, профессор Пражского университета, научный исследователь, тюрколог, гагаузовед в своем роде, который опубликовал ряд статей во второй половине 19-го столетия в научных журналах, в которых описывал гагаузов Балкан. То есть это гагаузы, которые остались жить на Балканском полуострове после того, как предки современных гагаузов переселились в Бессарабию, в Буджак, в начале 19 века. И вот уже здесь, после всего этого, на сцену выходит, если можно так выразиться, таким языком, Валентин Александрович Машков. Валентин Александрович Машков, вклад его в развитие гагаузоведения, в сохранение изучения и развитие гагаузоведения, в сохранение изучения традиций и гагаузской истории, культуры, памятников материальной культуры, памятников нематериальной культуры, это фольклор, это былины, это песни, это языковые традиции, просто огромен. Почему? Потому что те моменты, которые он написал в своих книгах, трудах, в своих трудах, они отражают тот быт гагаузский, которого сегодня уже нету. Даже те анахронизмы, которые имеют место быть, сохранившиеся традиции в современном гагаузском обществе, они лишь частично указывают нам на то, какие были когда-то гагаузы. То, что описывает Машков в своих трудах, это кажется иногда, что даже совсем не о гагаузах идет речь. В частности, в своих трудах этнографическом обозрении гагаузы Бендерского уезда, это довольно-таки знаменитый, известнейший его труд по гагаузоведению, он описывает целый ряд традиций, связанных со свадебной обрядностью гагаузов. И рассказывает, как происходили процедуры знакомства между парнем и девушкой. Рассказывает, как это происходило в таких деталях, что мы понимаем, что этого уже мы не можем увидеть в современной Гагаузе ни в одном населенном пункте. Ну, в частности, вот он описывает такой момент, как отношение общества, вот общественное порицание к нарушению моральных устоев. Угу. Если после брачной ночи оказывалось, что невеста, скажем так, не соблюла свою честь, если так выразимся, да, то есть была не девственницей, то имели право община, селяне, имели право на следующий день устроить такой, знаете, акт всеобщего презрения. Могли бросать в нее там фруктами, яблоками, там, не знаю, помидорами, могли ругать. Отец жениха мог поколотить и невесту, и своего сына за то, что тот сделал такой необдуманный выбор. То есть вот эти вещи, они, конечно же, ушли в прошлое, но это было. И это мы можем найти как раз благодаря тому, что Машков, будучи здесь на протяжении нескольких лет, изучая гагаузский народ, на примере жителей села Бешалма, Кангас, Витули, в Уканежском, то есть районе там побывал, в Камрате. Вот это все мы можем проследить и увидеть. Это не значит, что гагаузы здесь особенные, это значит то, что Машков это отразил, и это сохранилось, мы об этом можем сейчас говорить и делать анализ. Совершенно верно. Да. Потому что он дает довольно-таки подробный анализ развития гагаузского народа на фоне развития всех народов.
То есть каждый народ, каждая нация проходит в своем развитии определенные ступени становления. И вот гагаузы тоже прошли через это. И вот эти обычаи, которые я сейчас назвал, один из небольших фрагментов, описанных Машковым, они имели место у всех народов Европы в свое время. И вот Машков в этой работе рассказывает о том, что это было, и это не исключение, а скорее подтверждение того, что гагаузы развиваются, как и остальные европейские народы, идут по тому же пути развития. Часть обычаев, которые там он описывает, они были присущи этому процессу. Более того, скажу, что уникальность работ Машкова еще заключается в том, что он, проводя анализ сравнительный на примере других народов, которые он описывал, это народы Кавказа, это народы Центральной и Юго-Восточной Европы, это народы германцев, это народы славянские, это мордва, это чуть, это целый список народов, которых он, как говорится, удалось ему изучить, познать вживую, познакомиться с их бытом и культурой. Ну, вот эти вот вещи, скажем так, он, проводя вот этот сравнительный анализ, дает глубокую оценку того, каково было общество и какие маркеры стоят на первом месте в обществе. Поражаемся тому, что в 19 столетии он уже обращает внимание на эти детали. Отношение общества к женщине, отношение общества к мужчине, статус женщины в обществе, статус мужчины в обществе. Уже тогда можно сказать, что он обозначил гендерную проблему. Проблему гендерного равенства, о которой мы говорим сегодня. И вот сегодня гагаузы уже, скажем так, идя демократичным путем развития, перенимая ценности современной европейской цивилизации, уже, скажем так, гендерны. И если посмотреть на 100 лет назад, получается, что огромный скачок сделан как бы из эпохи варварства, хотя варварством тоже назвать это будет грубо и неправильно, но для лучшего восприятия образа вот применю этот термин. Вот той эпохи к современной. Вот и его еще работы, чем уникальны, то, что он, будучи собирателем старины, собрал много образцов домашней утвари, тканей, сделал макеты традиционного гагаузского жилища конца 19 столетия. И это все сохранилось в кунсткамере. Это известный на весь мир, известный музей имени Петра Великого Российской Академии Наук, где находятся коллекции, собранные Машковым. Недавно научный центр издал книгу, где эти коллекции были отражены на страницах этого издания. Оно широко презентовалось у нас на телевидении, за пределами региона. Приезжали коллеги из России, наши международные партнеры с других стран и на презентацию, и, как говорится, высоко оценили эту работу. Но это стало возможно благодаря тому, что Машков в свое время собрал этот материал. Мы его сохранили на страницах нашего издания. Вклад его не только в, скажем так, весом и имеет место быть в сохранении вот этих экспонатов и фрагментов материального культурного наследия гагаузского народа, но и в нематериальном. Он является автором одного из первых русско-гагаузских словарей, который так и назывался «Наречие бессарабских гагаузов». Этот словник, словарь насчитывал свыше 3000 с лишним слов. Начал его писать Машков в 90-е годы, в начале 90-х годов еще в Варшаве, когда познакомился там с двумя солдатами-денщиками, которых он выделил из остальной массы, определив, что они не славяне. И узнал, что они гагаузы, тюркского происхождения народ, стал интересоваться, как они живут, их традициями. И для того, чтобы окунуться, погрузиться полностью в эту культуру этого народа, была хорошая традиция, и Машков был ее проводником. Он изучил гагаузский язык. Изучая гагаузский язык, он делал записи, пометки, что значит то или иное слово, сделал набор ключевых слов для разговорной речи, которые ему понадобятся, и уже приехав сюда, в Пешаламу, на, скажем так, в полевых условиях исследования, пополнил этот словник, издав его потом в объеме 3000 с лишним слов. Научно-исследовательский центр тоже оценили мы это начинание Машкова. Парадоксально, но до сих пор его у нас этого словаря не было. Наши коллеги, благодаря расширению внешнего партнерства, вышли коллеги на из уровень... России? Нет, мы. Наши, мы обратились к нашим коллегам, расширяя круг нашего партнерства, обратились в Казанский государственный университет, в музей Татарстана. И там... когда в свое время трудился Машков, да, сохранились именно вот эти труды. И мы их опубликовали. В 2019 году научно-исследовательский центр, благодаря усилиям наших сотрудников, издал вот такой вот гагаузский словарь 19-20 веков, куда вошли
три словаря, и один из них — это словарь Машкова объемом свыше 3000 слов. Если говорить о труде Машкова, там, где он описывает обряд, свадебный обряд гагаузов, да, что еще он там описывал, о чем он рассказывал? Очень будет просто, чтобы я, как говорится, что-то не упустил, и воспользуюсь не то, что там мне это неизвестно, но чтобы, как говорится, не упустить, список был полный. Открыть содержание. Мы вот похвастаюсь еще раз, что в 2016 году нам удалось тоже при помощи, тут так и написано, что это материалы Казанского госуниверситета, архивные редкие материалы, материалы Татарского национального музея Татарстана. И вот получается совместная работа. Да. Мы издали, коллеги нам помогли с подборкой материалов. И вот буквально по этому, по работе ГГУЗа Бендерского уезда, начиная по пунктам, можно сказать, что он описывает территорию, где проживали ГГУЗы, ее географические условия, ее климатические условия. Описывает обряды родины и крестины, то есть как процедура сопровождалась рождение ребенка в ГГУЗском обществе. Игры и развлечения детства и юношества. Танцы, музыка и пение, свадьба, семейные и общественные отношения у гагаузов, отношения к гагаузам к другим народностям, верование, воззрение на природу, великаны, смерть, представление о загробной жизни и похоронные обычаи, талысын, народный календарь, дом и надворные постройки, домашняя посуда и утварь приготовления пищи, пища, курение табака, одежда, ткацкое дело, ручные ремесла, хлебопашество, огородничество, виноделие и садоводство. То есть все, чем практически занимались все сферы жизнедеятельности, да, общества. Совершенно, да, верно. А есть информация, вот сколько времени ушло у Машкова на вот написание вот этого весомого труда? Ну, в общей сложности было, насколько вообще личность Машкова, она довольно-таки интересная и загадочная в истории и в культуре. Он известен сегодня, вот если открыть интернет, попытаться покопаться и найти биографию Машкова, его исследования, его научную деятельность, извиняюсь, то мы натыкаемся на интересный феномен. Интернет выдает информацию о том, что Машков — это выдающийся представитель оккультизма. То есть человек, которого интересовали оккультные науки, и он был одним из ярких представителей оккультизма начала 20-го столетия, причем не только российского, но и европейского, международного. В Варшаве вышел его труд, он очень имеет длинное название, так, чтобы я его, как говорится, воспроизвел дословно. В 1907 году вышел его труд «Новая теория происхождения человека и его вырождения», составленная по данным зоологии, геологии, археологии, антропологии, этнографии, истории и статистики. То есть этот человек делал прогнозы на будущее, развитие различных народов, делал выводы о закономерности, которые этому сопутствуют, опираясь на научные данные и научные методики. Он разработал сам даже свою математическую схему, формулу, по которой вычислял жизненный путь той или иной нации, того или иного государства. И следует сказать, что многие футуристы, современные философы, трактовщики вот этих тем, они отдают должное Машкову, что многие его прогнозы сбылись. Сбылись, да? На сегодняшний день даже его позиционируют как российский Нострадамус. То есть человек, предсказавший и падение России, и революцию, и предсказавший события второй половины 20-го столетия для нашей страны и ряда целого других народов и стран. Это очень интересно и занимательно. И очень мало информации о том Машкове, которого мы сегодня хотим, как говорится, открыть миру, публике. Машков, гагаузовед. Его работа... Все в ваших руках. Да, вот пытаемся, поэтому вот эти мероприятия. И спасибо вам, передача такая, посвященная Машкову. Надеюсь, она понравится и нашим зрителям. Есть такой момент, что информация о том, что Машков был дважды здесь у нас, на территории Гагаузии. В то время это территория Бендерского уезда. Исследование проводил, как я уже перечислял, доселе в Камрате, Бешалме, в Кангазе. Здесь же мы встречаем информацию о том, что в общей сложности эта работа длилась 3 года. Материалы, вот это этнографическое обозрение гагаузов Бендерского уезда, были изданы позже, уже в начале 20-го столетия, и издавались поэтапно. То есть часть материалов, вот я зачитал вам содержание, да, этой книги, это вся работа по гагаузам Бендерского уезда. А издавалась она вот один год, издавалась одна глава,
второй год, вторая, третья глава. И таким вот образом вышло полное издание вот этих глав работ Машкова по гагаузам Бендерского уезда. 25 марта исполняется 170 лет со дня рождения Валентина Машкова. Какие мероприятия будет проводить научно-исследовательский центр? Ну, несмотря на ту ситуацию, что еще сопутствует пандемии, то есть, и несмотря на то, что есть сложности другого характера, экономического и так далее, и тому подобное, мои коллеги, мы совместно с научным центром, нашими партнерами, учеными, которые примут участие со стороны Российской Федерации, все-таки это русские ученые, гагаузовед, но русские ученые, и обсудили целый ряд моментов, которые бы могли быть полезными и помогли бы обществу больше узнать о Валентине Александровиче Машкове. Пришли к мнению, что мы можем предложить нашим коллегам в Гагаузии, это представители научно-образовательного сообщества региона, представители культурного сообщества региона, это представители музееведы, которые могут организовать выставки, посвященные Машкову в этот день или же в эту неделю. Это общение с вами, возможность через экраны телевизоров донести информацию о Машкове до зрителя, до слушателя. И вот я специально, как говорится, распечатал, захватил с собой тот план мероприятий, которые мы надеемся удастся инициировать, да, в полном объеме. Инициировать. Да. Прежде всего, это цикл передач о Машкове, освещение научно-практической конференции, которая пройдет 25 марта и станет кульминацией всех этих мероприятий. Второй пункт – это проведение, возможность проведения кураторских классных часов. Имеется в виду школах, колледжи, имеется в виду, да? Университет, школы, лицеи, совершенно верно. Затем учебные заведения Гагаузии могут провести открытые уроки по истории, культуре, традиции гагаузского народа, посвященные Машкову и его вкладу, который он внес в развитие гагаузоведения, изучение истории, культуры и традиций. Потому что мы знаем прекрасно, что этот предмет является одним из основных предметов гуманитарных в наших лицеях, гимназиях и учебных заведениях автономии. Еще одно мероприятие, которое можно было организовать усилиями, как говорится, имеющихся у нас возможностей. Это талантливый преподавательский состав наших учебных заведений. Это наши исследователи, наши энтузиасты, которые могут принять участие и, как говорится, помочь провести месяц, посвященный Машкову, на должном уровне. В частности, у нас в Чедрлунге есть лицей, который носит имя Валентина Александровича Машкова. Да. У них есть уголок, посвященный памяти Валентина Александровича. В этот день они могут провести там экскурсию для тех, кто придет в этот день в их лицей, для учащихся этого лицея. Это тоже будет своего рода вкладом, потому что, вы знаете, эффект брошенного камня, он предусматривает, что сначала узнает определенный круг людей об этой личности, потом этот круг людей, общаясь с другими, по кругам, по принципу кругов на воде, передает эту информацию дальше. Следующий момент, который можно было организовать и провести, это тематические выставки, посвященные жизни и деятельности одного из основоположников научного гагаузоведения, то есть Валентина Александровича Машкова. Здесь могут сделать это библиотеки Гагаузии. Выставить на стенды статьи редкие, книги, посвященные Машкову. То есть те книги, которые мы издавали, они переданы, имеют их и библиотеки региона некоторые. Еще одно событие, которое может организовать управление культуры, это подготовка демонстрации тематических экспозиций, посвященных жизнедеятельности Валентина Александровича Машкова. Где есть необходимость, будет, мы готовы подключиться, помочь нашим коллегам в формировании этих выставок, представить фотоматериалы, которые имеются у нас, литературу для стендов и так далее. Ну, конечно же, НИЦ Гагаузии, Камрадский госуниверситет может провести научно-практические мероприятия, посвященные научно-историческому наследию Валентина Александровича Машкова. Это могут быть кураторские часы, о которых мы уже говорили, это могут быть тематические лекции, потому что у нас есть факультет национальной культуры, где преподаются студентам изыскания Валентина Александровича Машкова, преподается история культуры и традиции гагаузского народа. Без Машкова это было бы немыслимо. Следующий момент, который можно было организовать в контексте месяца, посвященного Валентину Александровичу в Гагаузии, в автономии, это подготовка и презентация видеофильма.
С силами сотрудников НИЦ ГГУЗИ ведется активная переписка, переговоры с учеными деятелями, с внучатым племянником Валентина Александровича Машкова, чтобы они сняли интервью короткие, да, хотя бы на 3 минутки, где расскажут, каждый ученый имеет свою стезю. И вот каждый ученый и участник расскажет о Машкове, о его наследии. В результате мы получим тот фильм, который, в принципе, актуально это, потому что в интернете, как я уже сказал, нет информации. Да, там да. Просто рассказывают о Машкове, о событиях, которые имели место в контексте именно футуризма. Вот такая вот задумка есть. Если мы надеемся, все получится и организуем, скажем так, создадим этот фильм, мы его продемонстрируем у нас на сайте, предоставим возможность ГРТ, так как у нас тоже с вами есть соглашение сотрудничества, в рамках этого сотрудничества продемонстрировать его более широкой аудитории, вашей аудитории. Следующее – это тематические видеолекции и выступления, посвященные культурно-историческому наследию Валентина Александровича, которые можно представить в медиапространстве и в интернет-пространстве. Опять-таки, посредством размещения на нашем сайте, на сайтах и каналах региональных СМИ. И еще один пункт, который мы, как говорится, планируем после проведения научно-практической конференции 25 числа, которая будет носить, скорее всего, международный характер, то есть количество участников, ученых этой конференции, оно будет доминировать в этом количестве участников, будут представители международного научного сообщества. То есть это не наши национальные и региональные ученые, а исследователи с мировым именем из России, Украины, Болгарии, Турции, Белоруссии. Это те регионы, которые уже дали согласие, ученые из этих стран дали согласие на участие. И вот чтобы это не пропало даром, как говорится, не кануло в лето, планируем по итогам этой конференции издать сборник материалов конференции, где будут представлены статьи, доклады этих участников, которые уникальны, ну как уникальны, уникальны по-своему, потому что мы не имеем возможности доступа к тому объему информации, который имеют они у себя в Кунсткамере, в Татарстане, в Казанском госуниверситете, в Москве, понимаете? То есть получается, что вот это участие, оно поможет дополнить, заполнить ту брешь, ту пустоту, которая есть информативная по отношению к наследию Валентина Александровича Машкова и к его биографии. Вы вначале сказали, что кураторами будут проводиться классные часы. Кураторы – это сотрудники НИЦ? Это кто? Нет. Кураторы – это термин больше подходит для колледжей и для госуниверситета, для университета. Кураторы – это ну, классные руководители. Вот по-другому. То есть классные руководители в своих классах проведут, могут провести эти тематические часы. Либо а разве не лучше было бы, если бы сотрудник НИЦ рассказал бы о Машкове? Мы думали тоже об этом. У нас есть практика такая, у нас не так много сотрудников НИЦ, чтобы на все школы 100% нас не хватит. Но у вас есть время с 25 марта до конца года. Да, но за этот промежуток времени мы планируем, видите, я сегодня пришел к вам. Через неделю, может, придет еще кто-то из наших коллег. Готовим фильм, будем демонстрировать ролик, это тоже все делаем мы. Это одно. Второе, у нас есть практика такая уже хорошая, она, можно сказать, немножко устоялась, когда мы предоставляем для школ кураторам, о которых мы говорим, чтобы самим никуда не ехать, не распыляться, иначе нам придется оставить основную свою работу и в этот месяц заниматься только вот, это тоже неправильно. Мы практикуем такую вот практику, составляем презентации, посвященные той или иной выдающейся личности. Совершенно верно. Да? И отсылаем коллегам школы, чтобы они уже готовую презентацию имели, могли представить учащимся. Это все. Отлично. Да, спасибо за вопрос. Скажите, проводится ли опрос среди учащихся жителей автономии о памятных датах, людях, которые внесли огромный вклад в развитие гагаузоведения? Вы, как сотрудник, ваши коллеги, они проводят опрос? Сказать, что вот проводят опрос, наверное, будет неуместно. На протяжении вот 30, можно уже сказать, да, 30 с лишним лет существования ГГУЗИ уже сложился вот этот список лиц, которые внесли свой вклад в становление ГГУЗИ, в становление гагаузской науки, гагаузской культуры, гагаузского образования, гагаузской государственности. И этот список лиц, он, в принципе, обновляется с каждым годом все реже, потому что события такой значимости, которые имели место в конце 80-х, начале 90-х годов, это провозглашение Гагаузской республики, это образование становления гагаузского и так далее и тому подобное, образование автономии, таких
ярких, значимых событий их все меньше. Получается, что список лиц, значимых для Гагаузии, он уже сложился. Вопрос в другом, что этих людей уже многих нет среди нас. Это и Марья Васильевна Маруневич, это Степан Степанович Круглый, это сейчас говорю, конечно, о научной составляющей. Это те, кто, даже Степан Топал, стоящий президент Гагаузской республики, стоящий у истоков Гагаузии, да? Это еще целый ряд деятелей, которых уже нету. Но освещать их вклад, их биографию, это наш долг. И вот этим мы занимаемся. Мы имеем, выпускает научно-исследовательский центр целую серию книг, которые так называются. Ну, мы под научным углом, конечно, это рассматриваем. Гагаузоведение 19-21 веков, куда входят монографии наших сотрудников, наших партнеров, посвященные выдающимся представителям гагаузоведения. Уже вышло 9 томов, это и Марья Васильевна Маруневич, это Денис Танасоглу, это целый ряд, скажем так, людей, значимых в гагаузской науке и культуре. И эта серия постоянно пополняется. Просто надо понимать, что все-таки книга, перефразируя знаменитое высказывание, что книгу написать не поле перейти, для этого надо время. И каждый том — это работа наших коллег, которые ездят в архивы, которые занимаются написанием статей предварительно, которые макетируют эти книги, утверждают их на ученом совете, апробируют их и так далее и тому подобное. То есть процесс довольно-таки продолжительный, поэтому, как я уже сказал, он идет, и уже есть наработка, неплохая довольно-таки, вот серия классики гагаузоведения. Помимо этого, есть у нас серия, цикл таких тематических научно-практических мероприятий, конференций, научных форумов с международным участием, который называется «Единство исторических судеб». И вот эти мероприятия мы проводим, как правило, тоже на высоком уровне. Приглашаем наших партнеров, это и Академия наук Молдовы, ну сейчас это Институт культурного наследия Молдовы, это наши коллеги из-за рубежа, представители центров науки соседних стран, которые имели отношение к тем или иным событиям и личностям. В частности, проект неплохой был у нас и понравился слушателям, аудитории. С ныне покойным, буквально в прошлом году нас покинул господин Каракаш, который является одним из авторов первых законов Гагаузии, стоит у ее истоков. И вот получается, что мы приглашаем спецов, экспертов в той или иной отрасли по тем или иным вопросам, которые принимают участие в этих конференциях, и эти конференции имеют резонанс. По итогам этих конференций обязательно сдаются сборники материалов, которые позволяют потом тем, кто изучает, интересуется, читает о Гагаузии, о гагаузах, о современной истории гагаузского народа, они имеют возможность это получить, эту информацию в уже изданных сборниках. Почему я вас спросила про опрос? Вы же проводите мероприятия ежегодно, и не одно мероприятие в год вы проводите, но бывают моменты, когда вот мои коллеги, я лично выходим в город и опрашиваем жителей, и они о многих историях, связанных с Гагаузией, о людях, они просто не знают. Даже, мало того, я как-то вышла и спросила у школьника, он сказал, нам в школе не преподают. То есть вот как быть с этим? Вы знаете, вот такая узконаправленная образованность, когда дети являются знатоками, вырастая знатоками в узко взятой сфере, такое выборочное образование получается где-то, можно сказать, вот она приводит к тому, что действительно общего представления о мироздании окружающего мира у детей нету. Они живут вот в своем мире, который связывает их со школьной скамьей, вот эти знания, которые им дают педагоги. Получается, что если в советской школе она была довольно-таки, время показывает, что это была довольно-таки профессиональная школа, которая тягалась, как сейчас модно говорить, Гарвард или другие общепризнанные центры образовательные в мире. Вот советская школа — это тот же Гарвард. Она давала детям цельное представление о мире. То есть они не рассматривали события отдельно одно от другого. Они рассматривали все происходящее во взаимосвязи, их этому учили. Сейчас дают много качественных знаний, но применять их дети часто не могут. Даже вот когда... С чем это связано?
Это связан переход, любой переход болезненный, как говорили древние, что не дай Бог вам жить в эпоху перемен. Это было одно из худших пожеланий, потому что когда все меняется каждый день, это ненормально для составляющей человеческого существа и влияет и на психику, и на все другие сопутствующие человеческому бытию составляющие. И связан именно с тем, что вот эти перемены, переход к болонской системе, необходимость преподавать большое количество предметов и языков, в частности, в школе детям, в школе начального звена, в школе гимназического цикла, в школе лицей, оно приводит к тому, что не хватает времени на те предметы, которые преподавались в годы, как я уже говорил, советской школы. Когда преподавалось, были предметы гуманитарного толка, которые формировали мировоззрение ребенка. Вот этих предметов как таковых в школе нет. Есть основы безопасности жизни, да? Но это связано совсем с другим. Это не то, что формирование мировоззрения. Это способность ребенка оценить степень опасности окружающей среды, воздействие на него и меры, которые он должен принять. Но причина этой опасности рассматривается лишь вскользь. То есть не делаются акценты, не успевают просто школьная нагрузка, распределение часов таково, что нехватка часов, да? Нехватка педагогов. Более того, вот эта вот проблема переходного периода, проблема пандемии, проблема дефицит преподавательских кадров, она приводит к тому, что уплотнение, вот эта нездоровая тенденция, когда это приемлемо для вузов уже, когда у ребенка сформировалось представление общее, он получил базовые знания, идет в вуз и изучает специальность, это одно. Когда в школе ребенок учит все и понемногу, это совсем другое. И собирать в аудитории по 30 человек детей, это, я считаю, я преподавал сам, и что-то у меня получалось в педагогике у нас в регионе, за пределами нашей страны. И скажу, что физически невозможно аудиторию, держать внимание аудитории на протяжении 45 минут вот такой массовой аудитории и отвечать развернуто на их вопросы. А раз нет вопроса, ребенок не получает, он идет дальше. Он его не будет сам ломать голову, вот учитель не ответил, приду домой, полистаю. Это может 1 на 100 так делает. А остальные по пути наименьшего сопротивления идут. Человек по сути своей, как говорят классики, философы, человечество создали лентяи. Все изобретения, которые делает человечество, они направлены на то, чтобы человек меньше тратил энергии на те или иные действия. Насколько важно помнить даты и людей, которые связаны с гагаузами? Ну, здесь, вы знаете, возвращаясь и к Машкову, опять-таки, да, и возвращаясь к вопросу формирования идентичности, процесса идентификации народа, самого народа, самого себя, осознания его в том или ином качестве и принадлежности, процесс, который имеет много ступеней. И вот одна из ступенек, очень важных для формирования нации, народа, этноса, для формирования вот этого, скажем так, цельного, конечного результата, необходимо формирование институтов национальной памяти. Ни одна нация, ни одно государство, ни один народ еще не обошел эту необходимость. Он либо перестает себя идентифицировать, если у него нет ключевых дат, ключевых фигур, личностей, ключевых событий. Если он это не ценит, не знает, народ имеется в виду, да, то этот народ обречен на исчезновение. Не в плане как люди, как, скажем так, человеческие существа и общество, а как народ и нация, которая знает, чем гордиться, и знает, кем гордиться, и знает, на что опираться, с чем соизмерять свои завтрашние поступки. Если мы сегодня не сделаем какой-то вывод, то, что мы сделали сегодня правильно или неправильно, то завтра мы обречены сделать то же самое, но еще в худшей степени. Получается, что вот это именно и диктует необходимость того, что банальные вещи, кажется, да, ну, когда это произошло, ну, это же есть, зачем ломать голову, вспоминать, когда это произошло. Вот это выкинем, вот это выкинем. В результате останется в сухом остатке, остается размытая личность и размытое общество, которое не имеет ни принципов, не имеет ни завтрашних целей, не имеет ни прошлого, какое бы оно ни было. Вот это одно из основных таких, что заставляет нас должным образом относиться к изучению, знанию своих историй, своей истории, своих
героев. Вот. Благодарю вас за беседу. Вам спасибо. А телезрителям я напоминаю, что сегодня у нас в гостях был замдиректора по науке научно-исследовательского центра ГГУЗИ Виталий Бойков. И говорили мы о Валентине Машкове. Вы смотрели программу «Интервью недели» на канале ГРТ. До свидания. До свидания.